Ну, давай, давай, то есть все идет по плану. Вольная цитата легендарной песни Егора Летова из уст бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова. Точнее, из опубликованной стенограммы телефонной беседы, которую он, по информации ФСБ, провел в прошлом году с неким РВ. В совокупности с другими расшифровками позволяет составить картину махинации. Как утверждает следствие, совершенных структурами Абызова под видом сделок по продаже активов нескольких энергокомпаний, а в реальности позволивших самому обвиняемому прикарманить порядка 4 миллиардов рублей. Но, между прочим, фраза «все идет по плану» повторяется неоднократно, но в то же время есть тревожные ноты. Мол, приходится говорить по открытому телефону, и беспокоился экс-чиновник не зря. Как раз сегодня ему продлили арест, в том числе на основании вышеупомянутой стенограммы. Хотя само по себе дело о хищениях оказывается не единственная его проблема. Поскольку в доме Михаила Абызова при обысках нашли наркотики, чуть позже уточнили, речь якобы о стратегическом запасе кокаина. Вот только у адвоката другое мнение, а какое сейчас расскажет Георгий Подгорный. Георгий, приветствую вас. Здравствуйте. Ну так что там за вещество по версии защиты? Защита полностью запуталась, потом прояснили. Со слов, цитирую, адвоката, нашли травку, и Абызов здесь ни при чем. 2 месяца в СИЗО. Абызов впервые появляется перед объективами. На лице улыбка. Все же экс-министр хвалил лефортовский изолятор. Может, отчасти поэтому настроение приподнятое посылал воздушные поцелуи. Позже уже не до смеха. Для Абызова, с его слов, все это театр абсурда. Виновного себя не признает, говорит, преступное сообщество не организовывал. Но все детали дела сегодня просто меркли на фоне того, что обсуждали за пределами Басманного суда. Только говорили, что о наркотиках, которые нашли якобы в квартире у Абызова. Вариаций в СМИ масса. Что именно нашли, сколько, крупные партии или нет, чья квартира, самого Абызова или тещи. Резонанс понятен. Бывший министр, обвиняемый в многомиллиардных кражах, да еще может быть и наркоман. Несколько часов раскручивая новости о запрещенных препаратах, правда оказалась неожиданной. В квартире, которая никогда не принадлежала Абызову, которую он не проживал, которую им не использовалась для проживания. Она была арендована исключительно в целях безопасности, чтобы через совместный балкон нельзя было проникнуть в его квартиру. Поэтому сам факт нахождения там минимального количества травы, которая недостаточна для возбуждения уголовного дела. Дальше все сложнее. Оказывается, хозяин наркотиков нашелся. Точнее, лечебных веществ. Им оказалась теща экс-министра. Но позже и эту информацию опровергли. Оказалось, счета Абызовых запуталась в своих квартирах и в том, что нашли при обысках. В итоге завели административное дело в отношении неустановленных лиц. Для первых слушаний скандал громкий. Спрашиваем юристов, что если бы история с наркотиками получила бы другое развитие? Если один и тот же человек совершил преступления, предусмотренные разными статьями Уголовного кодекса, растрата и, например, хранение, сбыт наркотических веществ, то он получает уголовное наказание по всем статьям. И потом просто суд суммирует приговоры и выносит какой-то определенный приговор. Не как, конечно, в Соединенных Штатах. После заседания суда адвокатам Абызову пришлось дольше объясняться перед журналистами о необычном поведении подзащитного, чем говорить о линии защиты, так как экс-министр пытался перевести больше 30 миллионов рублей, находясь в СИЗО. Если человек содержится под стражей, то, наверное, он должен содержать свою жену, он должен содержать своих детей, он должен заботиться о своей матери и расценивать подобный перевод, подобную заботу о своих близких как какую-то противоправную деятельность, ну, на мой взгляд, это как минимум странно и цинично. Только с такой постановкой вопроса не согласны следователи. Говорят, Абызов пытался перевести именно те деньги, которые похитил. В итоге на часть суммы был наложен арест. Если отсутствует запрет, мы вправе распоряжаться денежными средствами. Если запрета нет, можем переводить, можем, соответственно, совершать там покупки. Ну, то есть, не находясь, естественно, в СИЗО, не находясь там в изоляции. Если запрет установлен решением суда, соответственно, следователи имеют право заблокировать операции, в том числе заблокировать счета, арестовать счета.
изначально собирались ради выбора места меры пресечения. Итог – никакого домашнего ареста. В суде считают, что иначе есть риск попытки скрыться или постараться помешать расследованию и многое другое. Арест продлен на 2 месяца, до 25 июля. В СИЗО Михаил Абызов встретит 47-й день рождения. Георгий Подгорный о том, как экс-министр Абызов продолжает коллекционировать статьи.